А вот еще немножко истории. 1983 год. Тогда еще никому, вернее, мало кому известной клавишной группы рецитал Игорь Николаев написал несколько песен для солистки группы Аллы Пугачевой. И одна из таких песен, которая сегодня прозвучит, называется «Птицы». Кстати, одна из самых моих любимых песен Игоря Николаева. Дима Билан. Хочу вам пожелать, чтобы музыка в вашей жизни приносила вам только положительные эмоции. И с Новым годом! Будьте счастливы!